Что происходит с телом человека, когда в него ударяет молния? Каждую секунду в поверхность нашей планеты ударяет около 50 молний, убивая ежегодно более 4000 людей. И это учитывая, что 9 из 10 человек, в которых попадает молния, получают травмы, но все же остаются в живых. Кстати, разряды молний в 70% случаев попадают в мужчин, и ученые пока не могут объяснить такую статистику. Напомним, что наиболее безопасным местом при грозе является дом. А вот если вы решили сделать селфи с молнией в чистом поле, то ваша гибель будет не трагедией, а результатом естественного отбора. Длительность контакта тела человека с молнией при ударе примерно 3 миллисекунды, но напряжение при этом около 300 киловатт, что в 10 раз больше напряжения в бытовых электроприборах. И пусть молния похожа на безобидную вспышку от гигантского фотоаппарата, которым спутники фотографируют Землю, вред, который она причиняет телу человека, ужасен. Наиболее распространенная причина смерти при ударе молнии – нарушение сердечного ритма и остановка сердца. При попадании молнии обычно повреждается центральная нервная система, а это кровоизлияние в мозг, амнезия, а также общий паралич, который приводит к остановке дыхания. Из мышц, пораженных разрядом, выделяются токсичные вещества, которые сильно вредят почкам. Кроме того, из-за сильных сокращений мышечных тканей могут поломаться кости скелета. От удара молнии повреждаются кожные покровы. Человек получает ожоги первой и второй степени по всему телу, поскольку удар молнии провоцирует возгорание одежды. Нередко у пострадавших остается характерный ожог в виде причудливого узора – фигуры Лихтенберга. От контакта молнии с капельками пота или дождя на коже человека происходит резкий нагрев воды. Она преобразуется в пар, сила которого буквально срывает одежду с человека. У большинства пострадавших отмечаются проблемы с органами зрения – катаракта, отслойка сетчатки, атрофия зрительного нерва. Многим диагностируют временную потерю слуха и разрыв барабанных перепонок. В отдельных случаях от удара молнией лопаются кровеносные сосуды, выгорает волосяной покров и даже выпадают пломбы из зубов. Хотя иногда у потерпевших проявляются необычные способности. Например, американец Гарольд Дин, в которого попала молния, стал после этого невосприимчив к холоду и даже в метель ходит по улице в одной футболке. Без колебаний оказывайте первую медицинскую помощь пострадавшему от молнии, вас не ударит разрядом от него, ведь тело человека не способно удерживать электричество. А вы боитесь молнии или спокойно гуляете во время грозы? Напишите об этом в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!